Что, ты не прячься, где Фурик? Дома. Чё, блин? Надо его сюда принести. Алине только не говори. Друзья, всем привет. Не, у меня просто, когда Марат стоит рядом, я хочу сказать, что мы готовим плов. А сегодня Марат пришел чего? Не просто так, короче, просто позалипать, как работает вот эта вот наша чудо-печка. Мы с тобой, скажи, в Новом Казане плов не сразу готовили? Правильно? Да. Да, со второго раза. И в этой печке мы тоже начнем не с плова, посмотрим, как она работает, потренируемся на мидиях. Ребята, всем привет, с вами Дисклип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзья, и сегодня будет блюдо, самое, что ни на есть черноморское. Вот век на лодке не кататься. Блюдо таки черноморское, иди сюда. Катюня, я тебе один бокс покажу. Смотри, ёшкин кот. А? Ёлки-палки. Красиво, это мы у Артурчика брали, да, ребята, там кому надо, так я еще раз оставлю телефон. Ты что, рачки, бички, любая рыба, что? По прошлым видео все спрашивали, как сделать так, чтобы там не было песка. Так сполосните их. Все, я их два раза сполоснул, все. И не будет песка? Во-первых, они чистые уже покупаются, так, тряпочка влажная, пока аж бегом. Угу. Ой, как мы эти мидии не готовили, у нас на местном канале, кстати, за это пару рецептов. Мы и на железяке готовили в открытом виде, и в томате я их готовил, и жарил, и шкварил, и что угодно делал, да. А сегодня видос больше будет, наверное, об эту печку, даже не знаю. А нет, так интересно вам, оставайтесь на канале, подписывайтесь, смотрите, Марат, тополиный пух, пусть летает, все будет нормально, уберем. Что, готовится элементарно и быстро, лук пожарил, добавил чего-то там, сегодня будут сливки, сегодня будет соус, масло сливочное. Серега выступает шеф-поваром. Садись, пять, занимай места. Так, что, понеслась. Я, короче, сковородку то пока не буду включать. С луком. Конечно. Хочешь, помоги. О, а у Марата доска есть. Давай, Маратик, ты же видишь, что? Димон, спасибо огромное. Слышишь такую столешницу. Ребята, вы увидели? Катюня, покажи во весь размер. Так, мидии сюда. Короче, они, видно, наверное, решили, что еще кто-то к ним придет. Может, на меня рассчитывают? Так, это так. Смотри, какой у нас теперь стол. Прямо голливудский, елки-палки. Маратик, давай, лук по-братски вот так вот сюда посередине. Как его резать? Ай, мелко кубиком. Может, ты пока распалишь свой? На тебе, на кире. В огнище. Катюша, быстро, быстро. Сковородка не казан, ее греть не надо. Это только включил. Я еще не знаю, как работает эта печка. Вдруг она угорелая. Знаешь, что паровоз будет агицин. 7:40 вам приедет. 7:40. Так, поехали. Один нож лучше другого, да? Ты чем работаешь, Сережка? Я работаю топориком. Чисто машина-убийца для лука. А Марат чем работает? А у Марата японский нож специально для овощей и фруктов. Смотри, такой кубик нормальный тебе? Шикардон, прямо как у меня, один в один. Потом дашь людям сказать, найдите, отличите, чей лук. Никто не поймет. Что? Ой, что это за жопа интересная? Жопу хотите посмотреть? Так сразу и не въедешь, подумаешь, Мурочка. У Мурки из бороды ноги растут. Красавелла. Еще пока что вакантный. Пиши. Не, люди приходят, но не серьезные, поэтому несерьезные мы не отдаем, да. Только в хорошие добрые руки с большим огромным кошачьим сердцем. Интересно, как эта печка будет дыметь дымом, а? А ездишь там в эпицентре или где там, в метро... Что? 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 Переживаю там за человека, который кондиционер чинит. Автомат был выключен? Что вы говорите? Переживают, Вася, что человека там позвали. А, так Костик случился. Слышишь, тоже подписчик в Одессу приехал. Короче, кондиционер чинит почти бесплатно. Идем поинтересуемся, что почем. У нас... он так посмотрел, говорит... Хороший, но ухаживать надо. Идем, поздоровкаемся. О, тихо, смотри. На меня никто не пойдет. Не спугни. Здравствуйте. Костик, что, как дела, рассказывай. Ну как, пользовались, не чистили. Эх ты, да потому что у нас тебя не было до этого. Слушай, а что хотел сказать, может кому надо в Одессе пригодятся твои услуги? Сколько стоит примерно плюс-минус? Плюс-минус 550. 500-550 гривен. 550, если просто так, 500, если отлипованно. Ребята, скажи мне номер телефона сразу свой, дай, чтобы я... 098-048. Не торопись, я очень быстро говорю, но плохо... Да, я сейчас запишу. 098. 048-07-84. Все, зовут Костик, обращайтесь, только обязательно говорите от Липована и будет таки по 500. Эх, ты, давай, ты ломбать, а мы ушли что-то делать. Я пришла, Сереженька.
Вот, боженька, спасибо, конечно, хороших людей посылает. Мы пока тут мидии мара с тобой делаем. Костик нам кондиционер чинит. Да, я думал, что мы им не пользуемся. Ну как, иногда там раз-раз запользовались. А на самом деле грязный, и надо за ним ухаживать. Не, между прочим, это очень важно. Ты знаешь, Сережка, там собирается какая-то ерунда. Ты потом... не забудь номер телефона, таки домой надо позвать человека. Тоже два кондиционера имеем. Ну так позови, может, я еще буду кондиционерами заниматься. Ты? Да. Да нет, снимай лучше, ну его в баню. Вот и я так думаю. А у меня уборщица пришла, открыла кондиционер. Помыла, да? Какой-то специальным хомером этим. Ничего себе. Что, тоже Костик зовут? Слушайте, Марат, я уже думаю, что и нам такую уборщицу надо позвать. Ой, ой. А она сейчас не подписана на нас? Сережка. Она говорит, что видела пару видео, не знаю, подписана или не подписана. Ага. Ну, в следующий раз придет, проверь. Так, опа-ча. И лук готов, слышишь? Марат пришел посмотреть, как работает печка. А молодец. И быстренько помог мне лук. Я даже не сомневался. Накрошить. Слышишь, а мы же завтра, я что хотел сказать. Ребята, не знаю, когда это видео смонтирую, но таки бог завтра плова. Мы готовим. Люди пишут Марату, бог плова. Бог плова, елки. Ну, таки да. Таки да. Не, завтра Марат, будем ферганский готовить. Ферганский плов, правильно? Да, розового риса. С розового риса? Ну, он тут. Такой коричнево-красный. А где вы его найдете? Давай дождемся завтра, потому что я уже немного фантазию включил. Так, ну что, Катюня? Ну давай. Давай. Скачи нам тебя, Сережка. Маратик? Давай, поджигай. Дым идет уже? А там это, заслонка вообще. А все, да, все нормально, все порядок. Я там сразу напихал дров больших, что угодно, куски так, веника. Может, не надо было так пихать? Чего вдруг не надо? Все будет нормально. Главное, что я задыхаться не буду. Ну сейчас посмотрим. О, дым пошел. И сразу туда, на стадион. Угу. Порядок. Может, купим еще длинное колено такое? Ну, может. А может, переходник и к нашей трубе подсоединим? К страшненькой. Кстати, реально. Пропускает? Не, ну эта штука же мобильная, она универсальная. Так, здесь закрыл, поддувало открыл. Ну все, гайгуй. Елки-палки, как печка прямо. Настоящая. Может, будет зимой греться? Да у нас есть же там чем греться. Так, масочка наливаю. И столик тут такой, да? Можно тут какой-нибудь канапе мне поставить. Ты говоришь, я ешь мясо. Ты фантазер, елки-палки. Это просто там, не знаю, там миску, сковородку. А, о, поняла? Канапе. Бери, она говорит, может, канапе мне. Я сразу придумал, говорю, Катюня, ешь двумя руками. Так, масло. Опача. Солнышко падает прямо в эту шикарную сковородку. А? Сейчас мы ее подрегулируем. О, смотри, как выставляется хорошо, элементарно. А у меня еще есть ножки на него такие длинные, хорошие. Ой, картина маслом. Где мы эту сковороду взяли, не помнишь? Укрпромтех, если не ошибаюсь, нам... подогнали. Короче, есть такие ребята, Укрпромтех. Да я пошукаю, контакты такие оставлю. Я думаю, что они до сих пор занимаются. Там у них целая куча всего. И автоклавы, и сковородки, и мама дорогая, много-премного всяких хороших ювелирных вещей. Не, исполнено, конечно, так. Обзавидуешься. Угу. Дымочек. А мы бы сейчас стояли, вы уже угорали, понял? Да. Нет, там Валера в гости зашел и купил там килограмм 80, а может 4 килограмма свинины. Замариновал, говорит, ребята, это рецепт не для всех. Мне его бабушка как-то рассказала. Сережка. И никому его не рассказывает. Не, что-то не рассказывает вообще никому. Да, ну будем жарить аккуратненько. Слушайте, если будет выше, будет лучше. Значит, попросим еще одно колено. Все тебе не слава богу. Кстати, перчаточку надо. Горит нормально, там веники горят, ребята, что вы, как этот, это слышишь, попарка. Дым такой. Смотри, чтобы нам сейчас не вызвали тут МЧС. Да, пожарников? Ну, и иди с той стороны, махай руками, что отбой, все нормально. Что, Катюшка, я начинаю жарить. Сразу цибульку. Уже так быстро? Молниеносно, я тебе сказал, это не казан, это готовится очень быстро. И сковородка тоненькая, теплоотдача у нее просто молниеносная. Все, ребята, а вы переживали, он уже и не дымит ничего, смотри, все-таки аккуратно работает. Но мне нравится. Ребята, и ни капли здесь дыма. Марат, крутая штука. Да, глаза не режут. А завтра будем плов на ней готовить. Так что, это только эксперимент. Катюня, что-то привезли. Пепси-кола, я же говорю, это нам.
крышку под нее еще. Не сгорел? Не, нормально, это мидии. Спасибо огромное, пригодится. Сегодня мидии. Что, еще и мидии здесь есть? Что? Говорят, что еще и мидии здесь есть. Мидии, караси, целая куча всего. Такие одесская кухня. Ну, липованская, иногда еще еврейская. И что-то и от узбеков добавляем. Короче, Марат, спасибо тебе, ты что наполняешь без остановки. А ты двумя порциями или одной? Катюша, одно, эта сковородка вмещает 15 килограмм мидий, ты увидишь, и будет где-то вот так вот примерно. Да. Конечно же. Я просто у переживаю, тебя уже официанты ругаются, ты бронь принимаешь, а мы уже трещим, у нас уже люди не лазят. Все хотят мидии. Что? Пусть ругаются. Ладно, ну они же любя. Ну. Не, вещь. Я обалдею. От чего? От сковородки от или? От сковородки вообще, от этого всего. Размеры такие хорошие. Уровень. Растем потихонечку. И получилось очень... Сереж, ты хочешь? Есть крышка от него? Нет, железная вот та, я просто... Хочешь мы кусочек? Перевели. Нет. А что это? Сало. А, давай. А что же я отказываюсь? Только я все хочу. Ну, бери. А где ты взяла? Валера дал? Валера, я иду к тебе. Ё-моё! Катя, скажи спасибо, что Валера приехал. Хоть кто-то покормит. У них там уже поляна. Да-да. Отдыхайте, ребята, сегодня я сам работаю. У вас тут прям целое дело? Да. Какие-то жидкости? Я думала, просто водичкой. Нет, там еще грибочек есть. А, серьезно? Да, можно посмотреть. Это вот так вот надо все обрабатывать? Да. Дома, наверное, тоже не мешало бы. Конечно. Пылесос маленький. Ничего себе. Ого, сколько грязи, ничего себе! Катюня, А-а-а. Там уже лук, я вижу, готов, слышишь? Так. Давай быстренько сейчас чеснок, тут начинается уже все на время. Ух ты! Так, чесночок. Маратик, давай, я буду сейчас подкидывать чесночку. А ты там мешай, потому что уже лучок почти готов. Понял. Так, опача. Ляпи готова. Я уже без тебя готовить не могу. Какой запах пошел. Ох, а дальше, там же травы такие у нас нарядные. Тимьян и розмарин там. Все условия для хорошей вкусной жизни. Что, чеснок уработали? Да. Все, давай сейчас. Сливочки? Подожди, сливочки. Сливочки, травочки. Это что? Розмаринчик. Розмарин. У меня здесь есть и тимьян. Сегодня 15 килограмм, поэтому и трав будет тоже сегодня немало. Вот так вот. О! И еще немножко от себя. Сливочное масло. Хороший грамм 250. Давай. Слушай, очень послушная штука, Марат. Она... Да, реагирует на комфорт и будь здоров. Причем у нее здесь две тяги. Одна на выходе, другая на входе. Я вот щелочку подглядываю, а огонек такой еле-еле. Красиво, да? Угу. Ребята, это не просто красиво, это по-черноморски вкусно. На самом деле просто нереально. Помнишь, мы готовили
Так как мы только не готовили, помню. А что ты имеешь в виду? В савиньоне. А мы там прямо рвали их на берегу. Да. А многие видели это видео, когда мы там ездили в Савиньон, да. Хорошее, прямо на берегу моря. Я там карася жарил. А где его только не жарил? Ага. О, поймал себе. Так, шо, аляулю. Чтоб ничего не забыть. Пока все нормально. Винчик. Беленький. Шардоне, чтоб ты понимала. Да. Да. Сейчас чуть-чуть выпарится буквально. Мгновение. И сливки. Я не знаю, что это за сливки, но говорят 18%. Петюнь, если же ты в белом, хотя если ляпнет сливками, все будет нормально. Главное, чтобы лепешки там дырные всем хватило. Хватит. Вот туда макать. Правда? Так, Маратик, я тебе за этот соус говорил. Дарк. Концентрючий такой, да, что просто знаю, пипец. У меня такой. Есть, да? Такого типа есть, да. А ну, Катюшка, сейчас будет волшебство. Смотри, я сейчас немножко перемешаю. Там люди на 3 столик бронировали. Переживают, хватит ли им миди. Ребята, сегодня 15 килограмм, так что хватит. Все, немного. Смотри, понимаешь, за что я говорю? Угу. Он начинает сейчас проступать и таки красиво себя ведет. Тебе еще так, фонарь здесь нужен. Соевый соус соленый, поэтому солить я буду немного. Вот так вот. А водички не нужно? Чуть-чуть. Да все у меня есть. Винчик, да, уже, да? Да, да, да. Есть такое дело. Ох, и подлива зачетная. А ну-ка, стой. Сейчас я растяну водичку. А где вода? Вот. Все, сейчас буквально чуть-чуть я подтяну его и отправляю туда мидии. Все, и блюдо готово. Накрывай на стол, наливай себе пивка. А хотя у нас под пивко, ребята, если вы вдруг там собираетесь, вот только заказывайте бокал пива и сразу скажите официанту, братуха, принеси мне, пожалуйста, семечки с привоза. Ага, увидишь, что это такое, рачки обалденные, вкуснячие, ух. Колдовство? Да, ну... Что это? А немножко перца для аромата. Ассорти черненький. Так, лавровый листик, раз, два, три маленькие. Вот так вот хватит. Два острых перца. Может, не надо? Один мой, другой Марат, отгадай, где чей. Оп. И тот острый. Я тебе потом скажу. Так, пусть будет. Не, а вот это вот я деда венгерского добавлю. Чуть-чуть. По-моему, оно очень острое. Оно очень острое. Ну, не порти людям удовольствие. Да, не, такой казан нормальный. Так, Катюша, да? Ты... Да. Хорошо. Заставляешь меня сомневаться, елки-палки. И дает такую пикантную нотку, это очень вкусно. Я Марату верю. А так, ты иногда тут... перебальшиваешь, я знаю. У Валеры что-то осталось. Базилик. Ого. Сушеный. Прямо точно настоящее разнотравие. Смотри, какой ага. Вулканчик. Вот так вот. Я тебе сейчас на вулканчик посыплю. Что, дай тебе уже попробовать? Дай мне. У тебя ложь какая-то, которую не попробуешь. Да у меня есть для тебя хорошая. Если хлебануть, тебя... так хлебануть. Есть для тебя хорошая. А вот я. Ёшкин кот. Я бы сюда уже лепешкой бы нырнул, даже без мидий. Я думаю, ты мне. Не, это тебе. Я просто нюхаю, чего там не хватает. Смотри, чтобы не капнуло. Ты сегодня в платье покажи, в каком. В белом. О, сейчас точно капнет. Да хорошо, Сережка. Сейчас капнет, говорю. Давай, держи, я страхую. Чего не хватает? Соли нормально?
Соли нормально. Сливок маловато. Они еще не раскрылись. Как ляпнет, так ляпнет. Я еще разочек попробую, можно? Да, я только переживаю за твое платье, а так вот пробуй без остановки. А я над миской. Хорошо, не сербай, постарайся. И что? Очень вкусно. Теперь тебе все равно хватает? Да. Подыграли нормально? Спасибо. Так, что? Это ж там еще нету этих мидий самих. Ну да, мы же мидии готовим. А вот теперь... Я даже не знаю, куда ты остальные будешь. Да вот сюда же. Высовывать, всовывать. Вот сюда же. Тебе, конечно, не привыкать. Но все же. Может, ты возьмешь эту большую шумовку, сейчас... которую я тебе подарила? Да я покажу ее, не переживай. Покажи. Смотри, еще есть куда, я же под бульон готовил. Какие я тебе подарки делаю, да? Покажу, покажу. Катюша, смотри, я сейчас я тебе говорил, что 15 килограмм в эту сковородку. Влетает аж бегом. Так, водичка морская туда. А, шумовку она говорила, покажи, какую. Ребята. Подарок. Что, меня не видно? Нет. А это я. Хороший подарок? Ну, хороший, да. Марат, и что тебе, смотри, 15 килограмм мидий. А их надо крышкой накрывать? Нормально. Что-что? Крышкой надо накрывать? Нет, не надо. Сейчас я их чуть-чуть искупаю в соусе, потом трогать не буду. Еще разочек переверну, чтобы они все у нас открылись. И «Зови гостей» называется. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто. Просто кишит. Ребята, и сковородка хорошая, и шумовка в тему. Тут именно на такую хорошую братву. Как я вовремя ее, да, тебе? Да. Да. Вы это продавать будете? Здрасте. Да-да-да, мы не просто снимаем, еще немножечко подторговываем. Сейчас уже вот буквально. Да, еще минут 20, да, и готово. Слушай, а я сейчас принесу ту эту. Кого? Турецкую нашу эту. Помнишь, для гизы мы привозили? Да. О, так я ее сейчас накрою, все будет нормально. О, тяги много. Так нельзя. Все, убежал. Что там? Послушал женщину и накрыл крышкой. Катюня? А, 5 минут прошло. Поют. Ты слышишь? Да. Вон уже первая пошла. Да, я немножко сейчас их переверну. Угу. Нижний наверх, верхний на низ. И будем угощать. О, это уже готовое, смотри. Красавица, да? А, сочные, елки-палки. Хочешь? Нет, ты первый. Ты мне потом подашь такую радугу. Ты видишь, я просто не вижу с этой стороны, как вот так вот сердце. Угу. Это символ. Мое для тебя. Хорошо. Так ты что? Ребята, слегка сочно. Хочу показать. Она готова, да? Вкусно? Устрицы черноморские, да. Людей ждет таки праздник. Вы что белым вином запаслись? Да есть у нас много. Я не удивлюсь, что сейчас чайки закричат. Да-да-да. Сейчас с такими ароматами можно попутать, где море. Катюшка, мы с тобой эту сковородку, что мы с Турции привезли, под Гёзлеме, еще по назначению не использовали. Но так она уже года, ты она выручала нас в плане крышки на что-то такое большое. А я что хотел сказать? Привет. Салют. Ну, по традиции сегодня суббота. Ага. Катюня. Катюня, ой, клубника. Спасибо. Ёшкин кот, витаминчики и на, дай я проверю. Да, проверю. Все там А, Б, С, все есть?
Альберт у нас каждую субботу. Я тебе говорю, ты что, сам ее рвал? Выращивается. Смотри, какая красивая. Стоять. Класс. Что я говорил? Маратик, я что придумал, слушай? Мы когда закончим готовить, я вот эту вот турецкую сковородку попробую просто сверху накрыть. Ага. Если она будет у нас правильно жарить, так мы все-таки исполним этим гюзлиме. Понимаешь? Да. Тоненькое тесто, да, у меня и досточка есть, короче, и лопатка эта турецкая. Ну, мы привезли. Тебе. Но я помогу. Все, да, устроим, все будет нормально. А там не сложно. Тесто, главное, раскатал, кидаешь туда все подряд, заворачиваешь, два раза переворачиваешь и начинаешь есть. Вот такая себе хачапури из Турции. Что, Сережка, будешь кормить нас? Не, я кадр хороший увидел. Что там, сочится что-то? Аккуратнее, да, да. Сок черноморский как? Сваливает. А ну стой. Все, блюдо готово. Ох ты что. Какой шо. Аромат. Ах, они все открылись, красавицы. Слышь, а теперь, если пожарников вызовут, то только покушать. Да. Не, классная штука, я тебе скажу. Миди, сковородка или очаг? Комплект. О. С тобой еще вдобавок. Прям с языка да, сняла. А Костик неугомонный, ты понял? Я вообще впервые вижу. Об этом мы его уже не просили. Что он там сам делает? Чтоб так чистили кондиционеры. Столько, а ты показывала, ну, да? Ну, к нам просто приходили раньше, но я такого еще не встречала. Просто честно. Приходили сеточку почистить, да? Да, и брали, блин, как за новый кондиционер. А потом мы с тобой решили, что лучше дома самостоятельно это делать. А, и я научился там сэкономить. Сколько, я даже не помню, ну, богато брали. Ну, я думаю, что если так помою, то за 4 года отмоется. Так, ну что, угощаем людей? Катюня? А. Или давай я сейчас быстренько нам сделаю? Да давай уже. Продегустировать. Что давай уже? Давай уже. Соком. Я сейчас тебе, мне, Марату, Валерию сейчас всем всыплю. Маратик. Имею в виду, что вся, весь этот резерв это на мидии. Серьезно? Да, поэтому полный ресторан, чтобы всем досталось. Марат, короче, ешь немного, ты понял? Я всем это обеспечить пыталась. Поэтому... Я сейчас пиво с семечками. Ох ты шо. Ника, что ты тут стоишь? Хочешь попробовать? Нет, хочу пойти людей кормить. Такой попадаются пустые. Я это мониторю. Ну не, ну что ж мы будем людям пустые ракушки давать? Они всегда попадаются. О, песня? У меня слюни потекли. Ну давай, бери, пробуй, Сережка. Хлебушка тебе не дам. Марат, да? Бери, угощайся. На, отведай, скажи своим вкусом, что тут хватает, чего не хватает. А, горячая, Марат. Сначала соус. О, вот тебе и дедушка потихонечку открывается, или перчик. Легкая остринка есть. Ребята, кто не успел, как говорится, кто-то опоздал. Да берите руками, Марат, что вы там вот это выпендриваетесь? Ювелир, соси ее. Сосите ее. И что? Все, Марат не разговаривает больше. Афродизиак? Короче, друзья, мы убежали вас кормить, если вы вдруг в это время... Хотя у нас подписчиков тут уже я по глазам вижу. Короче, всем привет. Для вас готовил вот такие мидии. Замечательные. А завтра буду с Маратом готовить плов. А детский клип вам. Всем пока-пока. Чао.